родилась со странным даром. Способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. В голове все смешалось. Образы, звуки, запахи. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Вспомнить, кто я. Как все это началось? Что ж, я расскажу. И здравствуйте, Оп. С вами Зигза Хедж, и вы смотрите тестовую запись летсплея по игре Beyond Two Souls. Я нашел вас на обочине, далеко от города. Что с вами случилось? Может, на вас кто-то напал? Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть семья, друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Эй. Вы не из болтливых. Так я ничего не смогу сделать. Меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! Кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она? Глава первая называется «Эксперимент». И с чего все начиналось? Ну, практически. Нашу героиню зовут Джоди. И мы сейчас маленькая девочка. А, вот ты где. Как настроение, Джоди? Хорошо? Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но...
с тобой пора. Я специально не хочу спорить, что будет дальше. Потому что игрушка вполне себе все это расскажет. Сейчас нас немножко обучат управлению. Правым стиком мы можем с вами перемещаться, для того, чтобы сделать то или иное действие. Игрушка построена как интерактивный фильм на базе QuickTime Events или QTE. То есть мы можем ходить, мы можем что-то делать и взаимодействовать с предметами. А если игрушка от нас требует какой-то быстроты реакции, то нам придется с вами эту реакцию продемонстрировать. И вот там, где белые точки, по идее у нас есть возможность что-нибудь сделать. Единственное, что я уже не помню, какой кнопкой это делается. А, нет. Правым стиком мы с вами можем осмотреться. О, Тоторо! Привет! Вот таким образом мы можем взаимодействовать с предметами. Я знаю, ты устала, но это очень важно. Эксперимент, должен я вам сказать, будет тот еще. Ну, скоро увидите. Что мы можем еще здесь сделать? Клевая душевая кабинка. Ладно, пойдемте к мужику, а то он не отстанет со своим дурацким экспериментом. Хотя вот в домик можно тоже бы поиграть. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Как обычно, в игрушках, в которых есть хоть какая-то степень свободы, хочется попробовать все варианты. Все потрогать, все посмотреть. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Кто такой Нейтан, вы тоже скоро узнаете. Где нас ждет Нейтан? Наверное, здесь. Да сколько можно? Эй, Коул! Привет! Почти готово. Как вы видите, мы находимся в некой лаборатории, не лаборатории, больнице, не больнице. Какая ты красавица! Мы пришли. Мы можем с вами осмотреться, нажав на стик. Ха-ха-ха. Смешно, Фил. Остроумно. А, мы можем просто осмотреться при помощи правого стика. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Хорошо. Давайте сядем. Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. О, да, та еще корона. О, да. Ха-ха-ха. Да ты у нас принцесса. Не бойся. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Эй, Джоди, слышно меня? Мы можем с вами выбрать действие. Ну, допустим, да. Ну что, начнем? Кэтлин в той комнате. И перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Да, чё ж нет. Давай. Ну что, поехали? Есть у Джоди небольшой воображаемый друг, который нам сейчас с вами поможет. Для того, чтобы его вытащить, надо нажать на кнопку треугольника. И здесь мы с вами можем перемещаться как с трейфом, так и, собственно, вот таким образом. Где там наша замечательная эта женщина сидит, кажется, за этой стенкой? Вот она. Что же у нас за карта? Ай-яй-яй-яй, еще немножко не привык к управлению, но у нас здесь с вами, кажется, звездочка. Кажется, звездочка. Вернем назад нашего воображаемого друга. И звездочка. Дальше. Продолжим. Что на этот раз эта замечательная женщина выбрала? Треугольник, квадратик, господи. Это не треугольничек, это квадратик. Кстати, интересно, что будет, если я буду ошибаться. Следующее.
Ну ладно, будем играть по правилам. Камеры тут у нас везде висят. Это что за фиговина? Какие-то полосочки. Вот эти. Ты молодец, Джоди. Конечно, я молодец. В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь их сбросить? Да без проблем. Кубики. И нажимаем кнопочку L1. И после этого делаем вот такое движение. Кубики сброшены. Женщина напугана. Хорошо. Какая прелесть. Что-то еще ты могла бы сдвинуть? Конечно. Сейчас я все сдвину. И столик сдвину, и карты сдвину. И стульчик сдвину. На эксперимент пришла, да? Денег захотела. Халявных. Что мы тут еще можем сбросить? Бумажки. Страшно. Рюкзачок свой не забудь, когда уходить будешь. Простите, я не могу. Да нет, ну как же так? Спасибо. Не-не-не-не-не. Тут заперто. Конечно, заперто. Говорю, нет, куда заперто. Же ты собралась? Откройте. Смотри, как клево. И ящички еще можно пожрать. Ни за что. Не-не-не-не, мы не закончили. Дылочки тут у нас есть. Что тут у нас? Камеры. Тоже зря. Зря все это здесь. Спокойно, мы идем к тебе. И столик еще можно долбануть. Что-то не так. Конечно, что-то не так. Что вы хотели? Выводи ее! От маленькой девочки. Думали, в сказку попали? Что бы еще здесь сделать? Вот что еще можно сделать. Кажется, еще было стеклышко. Нет здесь никого. Это твое воображение. Так, что у нас еще не тронуто? Где синие точки? Ага. Без света же веселее. Так, что тут еще у нас было? А теперь мы тебя будем душить немножко. Чуть-чуть не успел. Все хорошо. Не бойся. Все прошло. Это никогда не пройдет. И внезапно, следующая глава, под названием «Посольство». И Джоди похорошела, прямо скажем. Кто эти люди? Дипломаты, политики, бизнесмены, шпионы. Обычная тусовка. Отличный прием. Платье отстой. Да нет, клёвое платье. Надо было другое надеть. По-моему, отличное платье. Тебе идет. Слушай, постарайся быть естественной. Если кто-нибудь с тобой заговорит, улыбайся. Вести себя естественно или улыбаться? Да ты умеешь шутить. Когда умираю от страха. Райан, как хорошо, что вы пришли. Мое почтение, шейх Ахмад. Разрешите представить мою ассистентку, Элизабет. Я и не знал, что среди американских дипломатов бывают такие прелестницы. Приятно познакомиться. Господа, возвращаю вам шею. Я к вам подойду. Хорошо, Райан. Та еще гнида. Он ненавидит меня и мечтал бы выгрызть мне кадык. А ты ему подвинешь. Я польщена. Ладно, пойду к гостям. Иди и найди укромное место. Ты знаешь, что делать.
посол. Если бы я еще помню, что выглядеть делать. Но укромное место найти можно попробовать. Что тут у нас? Ну, думаю, что никто не поймет, если я сейчас залезу в папоротники. Тут везде охрана. Это что у нас такое? О, это похоже на туалет. Главное, не мужской. По привычке. Дверка. Хотя, собственно, что это я? Я же дама, надо посмотреться в зеркало. Так, что у нас там в сумочке? Ой. Айден, ты готов? Айден, это наш воображаемый друг. В комнате наверху есть большая картина. За ней сейф. Нужные нам документы лежат там. Так, сейф за картиной. Там охрана и повсюду камеры. Так что аккуратно. Понял, ничего не бить. Никого не душить. Поехали. Скорее, Айден. Да ладно, потерпи ты. Я еще с управлением. Мне больно, не могу разобраться. Так, наверху. Где-то здесь была лестница. А, можно же подняться при помощи вот этой кнопки. Так, что у нас здесь? Угу. Охранник. Кабинет с портретом шейха. Наверное, нужно его сломать. Шлеп. Нет. Сначала отвлечь дежурного. Дежурного отвлечь? Ну. Что тут у тебя, помехи? Футбол смотришь? Да, ой. А теперь можно выключить эту хрень. В паузе. Так. Великолепно. Теперь за кабинетом никто не следит. Можно работать. Поехали. Работать так работать. Где только вот интересно этот кабинет? Какой милый охранник. Похоже на кабинет шейха? Наверное, похоже. Что у нас здесь есть? Картина у нас здесь есть. Видимо, не это. Есть еще картины? Зеркало. Много картин. Ну, и за какой из них? Ага. Сейф вот за этой. Окей. Надо отодвинуть картину. Там где-то рычаг. Рычаг? Да вы что? Найди его. Ну, где-то, наверное, на столе у него рычаг. Здесь? Не здесь. Не здесь. Не здесь. Где у тебя рычаг? Ага, замечательно. А, это какая-то кнопочка. Давайте призвоимся, что мы шейх. Шейх. Теперь просмотри документы. Быстрее. Давай просмотрим документы. Так, теперь замри. Да, наверное, тяжело переписывать такой текст. Вот это, собственно, пошел QTE. Нам нужно переписать документ. Нужно нажимать те клавиши, которые показываются на экране. Вроде неплохо получается. Все? Хорош?
Махалай, махалай. Дай пописить. И вообще, да, согласен. Что ты здесь делаешь? В женском туалете. Понятно, зря мы, видимо, эти записи делали. Я не могу ничем помочь тебе. Так, нажимаем на X в бешеном темпе. Стараемся отсюда выйти. Так, умыться, наверное, не помешает. Нет, не активны. Сушилка для рук тоже не активна. И эти полотенца не активны. Лицо бы вытереть все-таки, не? Видимо, нет. Ладно. Пойдем отсель. Правда, куда идти, непонятно. А, понятно. Джоди, ты как? Не трогай! Пошли отсюда. Ясно. Уходим. Вечеринка. И, наверное, на этом моменте я закончу тестовую запись и вернемся мы с вами к вечеринке, я более того заслужил ачивку, уже в следующей серии. Очень хочу в комментариях увидеть, понравилось вам или нет, стоит ли мне продолжать. И до новых встреч. Счастливо!